Всем доброе утро. Мы с моей Бертушей идем к доктору делать эхо сердца. Необходимая процедура перед операцией. Берта. Вот, потом мы сразу пойдем на площадку погуляем. Бертоломей. Идти нам рядышком. У нас клиника недалеко. Там где-то 5 минут ходьбы. О, мусорка. Бертуша еще не поняла, что мы идем в клинику. Она такая радостная. У меня за плечами наш чемоданчик дорожный, когда мы ходим в парк. Она думает, что мы просто в парк идем. Ой, у нас сегодня сильный ветер. Я не знаю, вам слышно, нет? Он так дует. Слышно, наверное. Вон деревья, смотрите, как качаются. Короче, такой вот ураганный. Ой, бы кепку не потерять. Берта ушки сложила. Пойдем прогуляемся перед дождем. Поснимаемся с Бертушей. Какими-то ветер. Так, у нас еще... Ой, кепку держим. Бертуш. Здесь здание, может, не... Берта, смотрите, куда. Берта, нет, нам туда, к доктору. Берта думает, что мы на площадку. Поэтому тянется в ту сторону. Мы там ходим. А нам надо в эту сторону. Все, дошли почти. Вчера к доктору не хотела заходить. Вот в этом здании наша клиника. На третьем этаже, или как там, третий этаж. Клиника Белка. Мне нравится. Мы сюда постоянно ходим. Берта, пошли, нет. Не хочет идти, смотрите. К доктору идти не хочешь, Берта? Пошли. Пойдем. Лечиться надо. Берточка пришла в клинику, сидит, ждет. Сейчас мы будем ее взвешивать. На весы ее поставить, да? Пойдем, Бертуша, заходи сюда, на постаментик такой красивый. Команда сидеть. Отличненько. Ну вот, Берта у нас. Сидеть. 35,5 где-то прыгает. Берточку взвесили, сидит на весах, готовится на столик ложиться. Ждем. Все. Ну вот, Берта лежит на столике. Вот делают ей обследование сердечка. Берта хороший пациент, лежит спокойно. И я ее не держу.